Яскравое святочное мероприятие в рамках масштабной доброчинной акции «Сберем портфель першокласснику» разгорнулось у Гомельским областным палаце творчества детей и молоди. Перед початком урочистой церемонии уручения портфеля у детей запросили поудельничать у культурно-забавляльной программе. На свежем поветре юных гостей свята чакали тематичные гульнявые пляцовки, фотозоны, веселые конкурсы и викторины разом с любимыми казочными персонажами. Доброчинная акция «Сберем портфель першокласснику» накирована на оказание допомоги семьям, которые у гэтым мают потребу створить усе, как дети могли поспяхово учиться. Новенькие, яркие и наполненные самыми необходимыми для школы принадлежностями ранцы по часу урочистости уручили 8 будущим першокласснікам. Это дети, которые выховываются у опекунских и приемных семьях, а так само дитячих домах семейного типа. Такие пригожие и безумовно потребные подарунки для их подрихтовали областные улады и депутатский корпус региона. Уже традиционно стало в нашей Республике Беларусь, конечно, в Гомельской области, проводить в рамках благотворительной акции «Собери портфель первокласснику», собирать наших деток, рассказывать им о школе, смотреть их счастливые глаза и радоваться вместе с ними. В этом году на территории Гомельской области таких портфелей будет вручено более 2500. Я думаю, что это и наша посильная с вами помощь деткам, и им дополнительная радость. Для будущих першокласснікаў их первые школьные портфели – великая и щирая радость, а для батьков – сапраўды важкая допомога. Зараз об фарбах, шитках и інших необходимых для учебы приладах им думать уже не треба. У семьи мати-выхавальницы Алены Рабской сёлета одразу 6 школьников, один из яких першокласснік Богдан, а тому подарунок пришелся до справы. Дети растут, цены растут, и нам очень сложно это приобретать. Поэтому это большая помощь. Спасибо области за то, что такой праздник для детей устроили. И помощь такую в подарках таких рюкзаков – это очень надо, потому что это все-таки дети. Запрошенные на свято хлопчики и девчонки так само убачили познавальный доброчинный спектакль, подрихтованный детячим театром «Вырастайка» Гомельской областной филармонии. Со сцены артисты нагадали детям о правилах дорожного руху и пожадали, как цікавое подороже Украину ведал, обовязково принесло им шмат открытий, ярких уражений и добрых сябров. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».